How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Скажи. И уч, удавач, чак-чак. И да уч. Так? Правильно? Нет. У меня вообще, брат, жестко. Я-то из Дагестана, у меня там вообще лютая каша. Там каша? Лютые слова. Да-да. Это, вот это еда? What's up, bro? What's up? What's up, what's up? Как дела, бро? Where are you from? Я филиппинец, из Филиппин. А ты? А, ты разговариваешь, да, на русском? Да. Да ладно, ничего себе, давай поговорим. Давай. А откуда знаешь русский? Я выучил на приложении. Приложение. Реально? Да, реально. Почему? Ты знаешь все слова или нет? Нет. Я только 2 года по-любимому учусь. С какой целью ты учишь русский? Мне просто нравится изучать языки. Скажи, английский сложнее, чем русский, или русский сложнее? Что сложнее? Сложнее русский. Ну, произношение у тебя пойдет. Просто нужно максимально чуть-чуть, знаешь, выговаривать. Ага, да-да-да. Ты как бы чуть-чуть это съедаешь, а тебе надо выговаривать, типа, да, понял. Не да-да-да, а да, понял, выговаривай. А не так вот, то есть ты говоришь и сразу обрезаешь. Типа говоришь, типа, смотри, говоришь, типа, не привет, а говоришь, привет. Привет. А надо говорить привет. Привет. А, ударение на правильно говорит. Привет. Да, да. Привет. А. У меня вообще, брат, жестко. Я-то из Дагестана. У меня там вообще лютая каша. Там каша? Лютые слова. Да, да. Это вот это еда? Это у нас в Дагестане так говорят. Имеют в виду, что это типа разруха, понял? Okay. Типа взрыв там, типа такого плана. Типа сейчас будет каша, типа, понял? И там все орут, короче, взрыв. Каша, окей. В Дагестане живешь? Да, я родом из Дагестана сам. А как там? Как жизнь? Честно сказать, это не Россия, понял? А, понял. Вообще это входит в Российскую Федерацию, но в самой вот республике Дагестан это не Россия, там нет такого, чуть-чуть там совсем другое. Жизнь другая совсем, люди другие. Получается, республика вся из мусульман, все мусульмане. А в Дагестане? Да. А-а-а. Там чуть все по-другому. Машина сломалась, да, у тебя на обочине? Тебе подъедут сразу, помогут. А в Дагестане... Они не нравятся, когда женщина работает? Да, так там женщины не работают, никто не работает из женщин. Почему? Ну, потому что женщина должна быть дома, следить за хозяйством, готовить еду, следить за детьми. Там. А муж должен работать, приносить деньги и кормить семью. Понятно, понятно. Вот. Ну, типа, женский пол считается такой, типа, знаешь, самый работящий, типа, именно не по работе, а именно по жизни, понял? Женщины самые работящие именно по жизни, не в работе. Не работают. Да, ну, они просто работают по жизни, типа, за детьми, воспитывают детей, учатся с детьми, готовят, постоянно с гостями, с родителями. Потом они помогают, допустим, своему сыну, когда он вырастет, там, деньгами, там, всем. То есть мама это... Ну, мама, реально, это самое основное, что есть. Женщина — это самое сильное, я считаю, что есть вообще в мире. Понятно. Без женщин не было бы нас, понимаешь, из-за этого. Хорошо. Ну, у вас некоторые женщины еще работают, да, или нет? Только мужчины? Не понял, где? У вас некоторые женщины работают или только мужчины? Только мужчины работают. Нет, ну смотри, мужчины работают, да, и есть еще женщины тоже работают, но это бывает в нашем случае, когда женщина одна, понял, она без мужа, у нее нет детей, она одна работает, понял, ну, чтобы себя прокормить. Вот в таком случае она работает, а когда есть семья, она замужем, и у нее нету работы, у нее только домашняя работа. Понятно, понятно, интересно. А что еще? Да, вот какие еще культуры у вас разные? У нас в Дагестане есть больше 100 национальностей есть разных. И 100 разных языков. Разных языков? А вы говорите на каком языке? Мы на даргинском говорим. У меня национальность даргинец. Понятно.
То есть есть разные национальности в Дагестане, допустим, аварец, дагестанец, ой, даргинец, там, лезгин. Очень много национальностей, и на каждую национальность свой язык. Для туриста здесь хорошо. А почему? Ну, туристы ездят нам с России, к нам отдыхают. Они, им нравится то, что там у нас дешево, у нас самая дешевая республика, у нас все дешево. А вы спортом занимаетесь? Да, не поверишь, Дагестан все спортсмены. Да, какой, какие? Вольная борьба. Да любой спорт. Бокс, футбол, вольная борьба, просто борьба. Ну, Хабиб Нурмагомедов, знаешь, что такое Хабиб Нурмагомедов? Да. Вот он с Дагестана. Это вот наш чемпион. Его бои показывали по кинотеатрам по всему Дагестану. То есть у нас вся республика за него болела, понимаешь? У него очень большая, очень поддержка большая. Ну, прям очень большая, очень сильный человек. Ну, чемпион у него, такие были тренировки жесткие, из-за этого чемпион. А вы такой чемпион должен быть. Каждый день тренируете? Ну, не каждый день. Я не спортсмен такой прям. Я так чуть-чуть занимаюсь, но я не профессиональный спортсмен. Сколько раз в неделю? Три, может, два вот так. Ну, так, знаешь, для себя. Занимаюсь для себя. Я не этот... Не выступаю там, не дерусь там. Я просто умею, да, и все, мне больше не надо. Если что случится, я знаю, что я смогу, если что, подраться. Ну, я так думаю, ничего не будет. Но я не конфликтный человек, я не особо такой. Mm-hmm. У нас в Дагестане очень часто дерутся, у нас каждый день драки. Ага, типа на улице? Да, да. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сосала Саша по шоссе и сосала сушку. Здорово. Здорово. Че, как дела? Хорошо, а тебе? Мне тоже отлично. Вот, спать собираюсь. А сколько у тебя времени? Сейчас чекну. 2:35 ночи. 2:35 ночи. А, понял. А у нас... А у тебя? 3:30 дня. Ага. Недавно встал только, да? Нет, у нас дня. Ну, я понял. Не, не так. А ты... Занимаешься спортом? Да, футболист. Футболь. И ты, как сказать, джим? Что? Спортзал. А, спортзал, да, хожу, да. Угу. Круто. Да. Ты занимаешься чем-нибудь спортом там? Я боксом занимаюсь и тренирую в доме. Гимнастика. На дому? Дома. Ага, понял. А чем занимаешься здесь? Где? У всякой рулетки. Да так, общаюсь с людьми, нового узнаю. Ты давно здесь, в чат-рулетке, сидишь? Ну так, если третий день, так. Только третий день? Да. Угу. Как тебе чат-рулетка? Да фигня какая-то полная. Я не понял, что? Фигня какая-то полная. Фигня. Скучная. А, да, понятно. А что, давно русский язык выучил? Только 2 года половины. И как, красивый язык? Да, конечно. Легкий? Для меня грамматика трудно. А, понял. А ты английский и русский, да, знаешь? Два языка? Да. А еще какой-нибудь учишь? Португальский, испанский и китайский. А как будет по-китайски «меня зовут Илья»? О, вообще Илья. А по-английски как будет «меня зовут Илья»? My name is Илья. My name is Илья. Ага, да. Правильно. Хорошо получилось? Да. Научи еще чему-нибудь по-английски говорить. По-английски. Знаешь, how are you, да? How are you? Это... How I love you, это я люблю тебя? Нет. How are you, это... Как дела? How I love you? How are you? How are you? Да, правильно. А еще что-нибудь? What's your name? Как тебя зовут? My name is Илья. А, правильно. Угу. А как спросить, как тебя зовут? What's your name? What's your name? Правильно. Скороговорки, знаешь, что такое? А, да. А на русский знаешь? Русский. Скородировали, не знаю. Давай, научу одно говорить. Я тебя научить или ты меня? Я тебя, да. Хорошо. Давай, ехал грека через реку. Ехал грека через реку. Ехал грека через реку.
их грека через греку. Сунул руку в реку грек. Прямо в реку руку грек. Прямо в руку греку грек. Ну, у тебя хорошо получается. Красиво. Шалан, Саш. Давай, теперь еще одну давай. Сошлась шашлык? Нет. Шла Саша по шоссе. Шла Саша по шоссе. И сосала сушку. Что такое сушку? Это, ну, типа, бублик, печенька, не знаю. Сосала сушку. А теперь быстро давай. Сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Саша по шоссе. Сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сосала Саша по шоссе и сосала сушку. Да нормально, нормально. Другую уже. Сейчас. Король орел. Король, пароль, орел. У тебя даже неплохо получается, отлично. Давай, король, пароль, орел. Король, пароль, орел. Нормально. Ну что, выучил какую-нибудь? Я тебе объяснить скороговор на английском. Давай. Питер Пайпер picked a peck of pickled peppers. Питер Пайпер picked a peck of pickled peppers. Это слишком сложно. Вообще не понимаю. Окей, Питер Пайпер. Питер Пайпер. Питер. Of pickled peppers. Pickled pickles. Питер Пайпер picked a peck of pickled peppers. А как переводится на русский? На русский? О, вот это сложно, я не знаю. А еще есть что-нибудь? А еще? How much? Would a woodchuck? Chuck. If a woodchuck? Could chuck wood. Uh-huh. Так? Правильно? Нет. How much would a woodchuck? Чак, if a woodchuck would chuck wood. Скажи. И уч, would watch, чак-чак. И да уч. Правильно или нет? У меня вообще, брат, жестко. Я-то из Казахстана. У меня там вообще лютая каша. Там лютые слова. Да. Would a woodchuck. Чак. If a woodchuck. If a woodchuck. Could chuck wood. Could chuck wood. Правильно? Нет. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Сосала Саша по шоссе и сосала сушку.